Итак, видео про то, как нас заселили на 2 часа раньше. Типа, вот мы такие заходим, мы уже в море купались, видели рыб, ванна даже с биде, не бросайте меня в биде. Ванна очень большая, огромная ванна, огромнейшая. Вот здесь всякие фигнюшки, опять вот тут звонить, вызывать салфетки, мыло, какие-то выключатели, зеркало, телефон, биде. Что еще? И тут мыло, там куча полотенец. Потом вот такие выходим. Вода есть? Шкаф. Здесь даже сейф. Здесь, может, какие-то вещи забыты. Нету вещей. Потом идем дальше. Здесь стол. Здесь, ну, телевизор не плазма. Это мы просили 2 раздельные кровати. Ну, как 2 раздельные? Ну, ладно. Тут ковер ручной работы, мрамор на полу. Вот птичек показывают. Потом мы идем, iPad, как всегда, в номере. Вот тут вот картина, бурлаки на Волге. Лепнина, кондиционер, аж замерзнуть можно. Выходим дальше. Это отель Континенталь Гарден Плаза. Тут вот прям можно лежать лежнем. Здесь птички. Ось, вон у моря. Хотели раскрутить на деньги, но мы не повелись. На балконе можно тоже спать тем, кто громко храпит. Потом вот выходим. Как мы сюда шли, мы не найдем никогда в жизни. Цветочки, пальмы прям в номере. Вот выходим. Ну, в общем, неплохой номер.